Сегодня солнечно, до плюс 8 градусов тепла. Впрочем, тех, кто находится дома, эта информация, наверное, мало волнует, поэтому расскажем вам о новом природном явлении. Во всем мире на улице крупнейших городов, временно затихшие из-за пандемии, выходят дикие животные. Ну, начнем с Сантьяго де Чили, где прямо по улице прогуливается хищная пума. Перу, где вместо людей на пляжах чайки, их тысячи. Калифорния, прямо к жилым домам приходят бурые медведи. Ну, переместимся за океан, Великобритания. Улицы Уэльса в буквальном смысле захватили. А тем часом кандидаты на депутатство надалей проводят агитационные встречи с выборниками. Одни обещают добробыт, другие ж кажут, что самое главное – духовность. Этот главный идеолог Гомельщины пообещала выборникам, что коли станет депутатом, то будет распрацовывать национальную идею на основе духовности. Белорусские скрепы от державных идеологов у сюжете Дмитра Мицкевича. Ученици и водичи. Изложба доноси причу о судбини Ане Франк и можете погледати у Дому омладине до 8. мая. А сви они који воле накит у Етнографском музеју у Београду могу погледати изложбу прстења под називом Без почетка и краја са репрезентативним примерцима накита из античког, средневековног и модерног доба. Уз то, оно што одликује ову збирку је разноликост примењеног материјала, мноштво облика, техника израде украшавања, као и разноврсна намена. Изложба ће бити отворена до 22. мая. Изливане на бетона на мете от морето и започнали нови строежи веднага след края на туристическия сезон. Това предизвика възмущение в социалните мрежи. Граждани публикуваха снимки и клипове с изграждането на поредните ваканционни постройки и то само на метри от скалните образования – корабите в Синеморец. Обектът според институциите е законен, но въпреки това е спрян от общината, защото не е обезопасен. Zemlja je postala opasno mjesto, ali kako to znamo? Tako što u medijima vidimo i gledamo događaje koji se dešavaju u diljem svijeta. Kako takve informacije i slike sa mjesta događaja dođu do vas? Odgovor je jednostavan, medijski radnici. Novinari i reporteri se svakodnevno nalaze na opasnim mjestima, otkrivaju opasne informacije i na koncu dobijaju prijetnje smrću. Da je novinarstvo opasna profesija, govori i podaci koliko je novinara ubijeno, napadnuto. Zobaczymy, jak to będzie. Chociaż już na pierwszej konferencji prasowej pani Borys Szopa miała dobre wieści, że bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie. No zobaczymy, jak to będzie. Pani minister Rafalska nie miała się dostać do Parlamentu Europejskiego. Ona miała zostać, zrobić dobry wynik. I dla niej samej to było zaskoczenie, bo jedna z wiadomości telewizyjnych pokazywało jej wypowiedź, kiedy do pana Brudzińskiego mówiła tak prywatnie, można powiedzieć, że jej wszystkie plany życiowe runęły, bo już miała wszystko poukładane i to dla něj samej byl šok. V souvislosti s nákazou koronavirem řeší české úřady naprosto přelomový případ. V zemi se objevil první člověk, u kterého není jasné, kde a kdy se nakazil. Nemocným je taxikář, který v minulých třech dnech podle hygieniků rozvezl po Praze nejméně 90 lidí. Úřady se snaží vystupovat všechny jeho zákazníky. Společnost Uber zřídila specializovaný tým. Televize Nova se řidič... Po prednášky hltají davy lidí po celom světě se dnes stretol Jano Tribula. Веќе 7 часа, вклучително и две паузи, во собранието трае расправата за Законот за јавно обвинителство. По тензичниот почеток, седницата доби известен тек, но доминира довикувања одместо, процедурални забелешки, реплики и контраобвинувања. Се уште е неизвестно дали власта има двотретинско мнозинство. Седницата ја следи колешката Јулијана Николовска. Јуле, колку мина пратеници до сега зборува и кога може да се очекува да биде исцрпена листата и да се преиде на гласање?